С 26 по 27 марта в Даугавпилсе проходил первый международный конкурс молодых исполнителей современной музыки имени Марка Ротко. В нем приняли участие более 360 детей и подростков из многих стран мира. Даугавпилс показал себя очень достойно. Наши юные дарования одержали победу сразу в нескольких категориях. Несмотря на то, что конкурс проходил впервые, его география оказалась действительно обширной. Заявки на участие поступали даже из Канады, Израиля, Португалии, Индии и других стран. Принимать участие могли ребята в возрасте до 19 лет. Их исполнение оценивалось в четырех номинациях: струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, игра на фортепиано и игра на аккордеоне. В жесткой конкуренции победу в группе пианистов одержали даугавпилчане Альбертс Олафс Устинсков и Анна Шатревича. Еще один талантливый музыкант Аркадий Горбунов стал лауреатом в категории аккордеонистов. Лучшие участники конкурса получили дипломы и памятные призы. Было предусмотрено и несколько специальных призов, два из которых также получили даугавпилские музыканты: аккордеонист Павел Васильков и юный пианист Егор Кошлач. Ребята признались, что видеоформат, в котором сейчас проходят конкурсы, не отменяет волнения и все еще остается довольно непривычным. Но главное – любовь к музыке, которая помогает справиться со всеми трудностями. На самом деле это тоже новый опыт, вот делать записи именно самому, дома, в школе, может, это было бы немножко по-другому. Был такой конкурс «Инесса Галанты Таланты», вот мы его уже в школе писали, там как официальная запись. Но тут дома, конечно, нужно себя заставить, во-первых, все это подготовить, программу, всю запись сделать, и немножко этот карантин, конечно, дает свое. Такая, не то чтобы лень, но разбитость, скажем так. Склейка видео, монтаж звука, все это запрещается, поэтому нужно аккуратно подбирать помещение по возможности. Например, у меня аккордеон, он довольно громкий, поэтому нужно как можно больше помещения, чтобы звук мог расходиться, иначе по ушам бьет и в микрофон и звенит очень сильно. Я волновался и только два раза записывался на конкурсы. Я играл рассказ и кикбок. В музыке мне нравится то, что она просто красивая. Очень хочу выступать с большим оркестром. Лучшие номера конкурсантов можно посмотреть на YouTube-канале Latvian Contests. Часть уже опубликована, но в ближайшее время видеогалерея будет дополняться. Там же можно посмотреть записи других музыкальных конкурсов. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.